фотографии, на которых видно, как по крыше бизнес-центра гуляют две девочки, появились в одной из групп ВКонтакте в воскресенье. Крышу этого здания на Радищево закрыли, но сколько еще таких крыш и подвалов остаются доступными для свободного посещения, остается лишь догадываться. Этой ситуацией сейчас обеспокоены и городские, и областные власти. В первую очередь это связано, естественно, с обеспечением антитеррористической безопасности. Вот. Второе, это, конечно, значит, школьники, как правило, избирают для своих игр там подвалы, чердаки и так далее, значит, мальчишки там. Мы должны предотвратить доступ туда, потому что это может привести к нехорошим последствиям. Отмечается, что по данному факту проводится проверка. По сообщению регионального МВД с детьми провели профилактическую беседу, на которой также присутствовали родители девочек. По факту нахождения детей на крыше многоэтажного дома на улице Радищева города Рязани полицейскими проведена проверка. Соответствующие материалы направлены в городскую администрацию. В целях недопущения повторных инцидентов сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с детьми и родителями. Все мы в детстве лазили, если не по крышам, то по стройкам и другим небезопасным, как сейчас, понятно, местам. Смесь адреналина и неповторимой, хоть и сомнительной, но все же романтики так манит молодежь. Так было всегда. Но, бесспорно, пора такую романтику искоренять.